Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Toyota Sienna 2011 года выпуска с бензиновым двигателем 2,7 литра, автоматической коробкой. Пробег на автомобиле в километрах 75 тысяч. Клиент приехал к нам в технический центр отдиагностировать ходовую часть автомобиля, навесное оборудование. При запуске двигателя прослушивался какой-то писк и лязгание в моторном отсеке. Мы выполнили все эти диагностики, тем более, что осмотр ходовой части у нас сейчас идет по акции, совершенно бесплатно. По результатам наших проверок выяснили, что прослаблен приводной ремень. Не отрабатывает полностью натяжитель, ну и поэтому при запуске двигателя ремешок прослабляется, и вот получается вот этот писк и свист. Мы будем выполнять замену приводного ремня вместе с натяжителем в комплекте, ну а также заменим масло в двигателе, воздушный и салонный фильтр. И по проверкам тормозной системы выяснили, что неисправны задние тормозные колодки, износ 95%. Будем также выполнять замену. На весь объем работ мы затратим 6 часов, и сумма ремонта составит 7750 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Старые запчасти после нашего ремонта мы предоставим клиенту, чтобы не было сомнений в том, что мы выполнили эту замену. Гарантия на наши работы 24 месяца. Если вы больше хотите узнать о ремонте автомобилей, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.